Вожатый, мэр, напоминаю, когда отряд построен, здесь уже, на футбольном поле, по головам считаете детей, сверяете со списком, подходите ко мне и докладываете. На самом деле, как бы в норматив мы уложились, вот. Специально дали чуть пораньше, чтобы вы расслабились. Вот. Ну, как бы это учебная тревога, но если будет настоящая, пожалуйста, все замечания, которые мы вам сделали, чтобы они были учтены. Хорошо? С нами солнце и луна, шум дождя и тишина, под ногами мать земля, ночи песни у огня, через горы, через лес, мы придем в страну чудес.